Я вас приветствую, меня зовут Евгений Горобченко. В этом обучающем видеоуроке поговорим о том, как вернуть бывшую возлюбленную любой ценой. Вы готовы на все или почти на все, чтобы снова завоевать сердце своей бывшей? Определитесь с правильной тактикой, чтобы не потерпеть поражение и вернуть бывшую возлюбленную. Прошлые ошибки. Большинство мужчин хотят любой ценой вернуть свою прежнюю возлюбленную, что понятно. Для этого необходимо переосмыслить стиль поведения, чтобы снова добиться ее расположения. Существует неисправимая ошибка, которую совершают, когда позволяют манипулировать собой и возводить себя на пьедестал. Как ее заинтересовать, если вы ставите себя не в грош? Но на что вы рассчитываете, когда не верите в себя? Вопросы к самому себе. Прежде чем действовать, рекомендуется все хорошо обдумать. Вы должны быть способны доказать ей, что вы именно тот мужчина, с которым она обретет долгожданное счастье. Для этого нужно вернуть к своему опыту, к началу ваших отношений, когда вы были для нее идеалом и когда вам удалось вызвать у нее интерес и желание продлить отношения. Вернитесь к этой ситуации и задайте себе следующие вопросы. Какое у вас было настроение на этот момент? Было ли у вас желание говорить с ней о ваших чувствах, или вы просто воспользовались текущим моментом? Как вам удалось ее увлечь? Были ли вы уверены в себе? Вы ей показывали, что несчастны, или наоборот, что вы позитивный, активный мужчина? Ответьте на эти вопросы, и вы поймете, что вернуть свою бывшую женщину возможно. Чего недостаточно? Очень часто вместо того, чтобы все осмыслить, большинство мужчин бросаются в омут с головой и кричат о своих чувствах. Поверьте, это приведет лишь к тому, что женщина будет упрекать вас во всех ошибках. Вы глубоко заблуждаетесь, если думаете, что сможете стереть все ошибки, пообещав ей, что такого больше не повторится. Что нужно? Повторное завоевание расположения любви требует равноправия в отношениях. Вы должны убедить ей, что вы способны сделать ее счастливым. Если вы хотите начать все заново, покажите своей женщине, что ваша личная жизнь интересна и увлекательна. Если вам удастся избежать основных ошибок, у вас есть все шансы возобновить отношения и стать для нее незаменимым. Ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой полезный канал. Это видео записал Евгений Горобченко. Пока-пока.